Емкостный высотомер – электронный измерительный прибор, созданный американским инженером Орином Марвелом в 1923 году и служащий для определения расстояния летательного аппарата от поверхности Земли. Конструктивно этот прибор состоит из двух генераторов переменного напряжения звуковой частоты G1 и G2. На крыльях летательного аппарата расположены емкостные датчики Z. При изменении высоты полета аппарата происходит изменение емкости в контуре L1Z, в результате чего изменяется частота сигнала, генерируемого в G1. В результате этого нарушается баланс между частотами генераторов G1 и G2, и на измерительном приборе X появляется напряжение переменного тока с тем большей амплитудой, чем больше будет разница между сигналами G1 и G2. Кроме визуальной индикации, может применяться и звуковая, когда в дополнение к прибору X подключаются в параллель головные телефоны. Данный прибор по принципу работы очень похож на терминвокс инженера Льва Термена, также использовавший данную схему для измерения высоты в своем приборе 1939 года. Несмотря на давность создания, данный прибор в акустическом варианте до сих пор нередко применяется в любительской авиации под названием высотометра пищалки.